Да, это, конечно, просто полная жесть. Вот эти бедные дети лезут по воде, там, с колясками. Здесь, конечно, просто жесть. Вот это отдых. Зашел, так зашел. Взрослая женщина. Тут машины что-то все встали уже. С этой стороны пытаются люди перебраться. Грусть, печаль. Да, лакшери одежда, лакшери отдыхающая. Страдают даже животные, ребята. Юрий, да? Жуткие потопы. Тебя смотрим там периодически. Спасибо большое. Так люди тащат коляски, детей. Это у нас дети форсируют речку эту. Конечно, просто трэш. Бедные детки с семьями. Хаку даже в потоп доставляет. Ну, это прям вообще реклама, ребята. От души, смотрите, пофиг, поехал. Машины могут заглохнуть, гидроудар поймать. А Тайхаку поехала. Вот так вот. У нас новое развлечение в поселке Витязева. То есть можно перебираться через дорогу. Надо главное, чтобы шорты были, закатили и поплыли. И тогда все будет хорошо. Очень жалко, что так. Люди продолжают пытаться форсировать нашу речку, Анавку. Это печально. Ну, радует то, что действительно вода уходит и уходит довольно-таки быстро. Посмотрите, детки пришли, хорошо, что им на ту сторону не надо. Наши отдыхающие не унывают. Это самое главное.